Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий. Мы сегодня с тобой продолжаем и Плактейл Реквиум. Продолжаем с тобой Реквиум. Плактейл. В той серии у нас была трагедия, сопли, слезы. Вот. На сегодня у нас 13 глава. Да. Еще чуть-чуть, ребят, осталось 4 главы буквально пройти. Буквально 4 главы. Отщите путь наверх. Рука? Плечо. Нужно вправить. Давай. Не шевелись. Будет больно. Брательник у нас как амеба уже все так ходит. Так лучше. Идем. Хьюго, идем. Все, нормально теперь будем ходить. О, все, теперь нормально идем. Нет, все равно держится. Дыши. Дайте какие-нибудь ресурсики. Нет. Что нет, когда да. Так, пойдем сходим. Присмотри за ним. Я быстро. Хорошо. Ну, ресурсики. Так, мы можем, кстати говоря, навыки улучшения. Можем пращу сделать. О, усилив арбалетные стрелы, Амис теперь может вытаскивать их из трупов врага. Это классно, кстати. То есть у нас, по сути, мы можем просто теперь их всех убивать. Да? Да, мы просто можем их убивать. Гораздо лучше. Все, великолепно. Теперь у нас всегда будет 4 стрелы, в принципе. Это классно. Это, ребятушки, классно. Теперь 4 стрелы. Должен же быть отсюда выход. Смотри, там, наверху. Это выход отсюда. Но как мы... Нужно найти что-нибудь, что нам поможет туда забраться. Я поищу. Останься с Хьюго. Амисия, ты же ранен. Да похуй, попробуй, блядь. Привести его в чувство. Ранено, не ранено. Как-нибудь. Пожалуйста. Хорошо. Только далеко не уходи. Да, обязательно. Итак, Хьюго, уверен, ты меня слышишь. Так. Прости, но мне нужно убедиться, что ты в порядке. Кожные покровы бледные. След макулы визуально увеличен. Должно быть, отражает воздействие изнутри. Давай! Так, сначала глаза. Так, что это нам дало? Зрачки не расширены. Моргает редко. А, я понял. Держись! Нельзя сдаваться! Ну,
Это что здесь это такое? Это кошмар. Я не могу. Чё ты не можешь, блядь, соберись нахуй. Ну, пожалуйста. Где мне взять силы? Блядь, прошу. Сопли, слюни. Зачем я сюда зашел, блядь? Думаю, ресурсы, она сопли устроила. Ну, сдохни, блядь. Возьми сейчас стрелу, блядь, в голову выпусти и все тогда. Господи. Ну, пошли, блядь, дела решать, ёбни мать. Все. Хватит. Знаете, игра про сильную независимую женщину. Встань и иди, блядь. Сильная независимая женщина, все, давай. Столб с веревкой. Хьюго, если ты меня слышишь, пошевели пальцем. Ага. Осторожнее! Так, он там сам подъехал. Великолепно. Да. Как он? Его сознание больше не здесь. Думаю, дело не просто в шоке. Это макула. Значит, он уже не вернется? Пока нет. Давай, заберемся по этой штуке. Идем, Хьюго. Застряла! Нам туда не забраться! Другой дороги нет, Лукас. Амисия, давай толкнем. Там что-то есть. Как знаете, как будто к чужим, блядь, зашли. Он гасит огонь. В гробнице носителя было то же самое. Она убьет солнце. Что? Убийца солнца. Пожирающая свет. Не было. Я читал о ней в книгах. Она существует. Я дома. Нет. Нет. Это не твой дом. Посмотри на меня. Это не он, Амисия. Это макула. Она пытается заполнить в нем пустоту, оставшуюся после смерти матери. Я должна была спасти ее, но... Мы должны закончить это. Слышишь, Хьюго? Мы найдем этого ублюдка графа и убьем его. Остановись! Нужно увести Хьюго как можно дальше от этого проклятого острова. Мы теряем его. Амисия, соберись. Забудь про графа. Ты должна ему помочь. Разговаривай с ним. Ему нужна ты. Ладно. Хорошо. Чё он там говорил? То, что что-то тушит свет. Чё там тушит, блядь, свет? Отыщите путь на поверхность. Что-то там тушит свет, говорит. Это тушащий свет, блядь. Типа вот эта хрень. Она тушит огонь. А как бы вода тоже тушит огонь. Держитесь ближе ко мне. Мы в центре небулы. Береги факел. Хорошо. Куда нам, налево или направо? Пойдем направо. Эй, осторожней! Что это? Вот об этом я и говорил. Держись подальше от этих испарений. Горло жжет. Осторожнее. Это еще не все. Вижу. Осторожнее. Это просто какой-то кошмар. Это да.
Оно знает, что мы здесь. И что дальше? Не останавливайся. Мне кажется, это он делает. Что? Я почувствовала, как он содрогнулся перед тем, как все лопнуло. Я же говорил, его связь с Макулой становится сильнее. Хьюго, я знаю, что ты еще там. Не поддавайся ей. У меня вопрос. А сколько здесь остатков людей? То есть сколько здесь людей? Это все ведь кости, если кто-то не понимает, где мы идем. Мы идем по костям. Это все из костей сделано. Сколько здесь людей? Миллионы? Сотни миллионов? И это только одно гнездо. То есть откуда столько людей-то взялось здесь? Я и так осторожен. Лукас, там впереди что-то есть. Вижу. Что это за дрянь? Главная матка. Нашли. Глазам не верю. Боже, сколько же их там? Да, я пришел. Эй! Я жду. Лукас, уходим, скорей. Да. Идем, Хьюго. Нет, я остаюсь. Тебе нельзя тут оставаться. Это мой дом. Это мой... Хватит! Ты идешь со мной. Хочешь ты этого или нет? Слышишь? Он идет со мной! Ты их разозлила. Они сейчас вырвутся. А факел не хочешь взять? А? Да. Держитесь ближе к стене. Блядь. Я... Это так лунтик рожался, ребят. Лезь, скорее! Вот так вот именно лунтик рожался. Если кто-то не знает... Я родился. Не оглядывайтесь. Но меня игра заставляет оглядываться. Нет, прыгай, быстрее! Плохо дело. Там в конце виден свет. Быстрее, бежи к нему. Куда, блядь, зашли нахуй? Откуда вы знаете, что здесь есть выход? Ничего у вас не выйдет. Вы его не получите. Слышите? Не получите, точка! Дыши! Дыши! Хьюго! Хьюго! Свет еще не угас. Да, это наша кровь. Это ты. Вставай, Лукас. Нужно уходить. Да, идем. Нам нужно добраться до гавани. Выберитесь на поверхность. Так мы же выбрались. И нам прям повезло, что здесь дерево горит. И крысы за нами дальше не пошли. Как нам повезло-то, да, ребят? Почему-то именно здесь какое-то одно горящее дерево случайное. Постой! Деревня! С морем что-то не так! Ее затопило! Это я! Нет! Это я сделал! Это сделали крысы! Это я! Это я сделал! Нет! Это сделали граф с графиней! Идем! Просто уйдем отсюда! Боже! Подземные толчки вынесли эти чертовые коконы наружу. Да, и крыс тоже. Они здесь.
в моей голове. Хьюго. Постой, Амисия. Вы здесь не командуете! Здесь я командую! Вы подчиняйтесь мне! Слышите? Подчиняйтесь мне! Ладно, думаю, они тебя услышали. Они ты все никогда утонули. Не управлял таким количеством. Потому что это больно. Прости. Они все утонули. Опять же, блядь, стелс нахуй. Они уже, кстати, наверху делают кокны свои. Это трындец. Черт. Подземные толчки разбили горшки со смолой. Солдаты. Сдалось нам это чадо. Оно угробит нас всех. Это все из-за него. Это все из-за осквернения. Черт, это чучи. Блядь, хотел... Он морочит людям голову. Они нас ищут. Поэтому нужно быть осторожнее. Хотел это, горшки со смолой разбить. Но не получилось. Ну, так у нас стрелы. Ох, блядь. Шевелитесь, хватайте лазутчиков. Наши стрелы-то мы теперь можем это подбирать. Вроде бы как. Я думал, тут смола. Я думал, сейчас подожгу смолу. На полу. А, кстати говоря, я огненными дохера, человек красавчик. У нас же ресурсов дохера. Можно и огненными. Так, стрелу подобрали? Да, болт подобрали. Мы их просто будем убивать, пошли они в пизду все. И они мне уже надоели с этим своим стелсом ебаным. Ладно, все. Да-да-да. Пока больше они не способны. Я же говорил, они вооруженное мясо. Подожди, а можем Хьюго? Нет, мы не можем. Странно то, что мы не можем. Ну, к тому, чтобы призвать оттуда крыс из этого, из этой мат. Хьюго. Чего ты не можешь отсюда их призвать? Иди отсюда. Хуй там здесь. И гуляй. Не понял. Один готов. Какого черта? Ну все, дебилы, попали! Какие нахуй дебилы, сам дебил? Вот они! Хватайте их! Нас обнаружили! Здесь посторонние! Ты там со мной! Сгорел пацан на работе. А где тут еще один пацан был? Сюда! Не дайте им сбежать! Они обнаружили! Почему одна стрела? Болт-то один, почему? А никого нет, мужик. Все ушли. Курить. Наконец! Да. Наконец-то. Так, что у нас по болтам? Ну, три нормально. Ладно. Три все-таки не один. Конечно, бы хотелось еще. Давай, парочку-троечку. Здесь я, по-моему, максимум ладно. Могу сейчас 9 болтов носить. Что-то хотелось бы побольше. Жалко, не могу крафтить. Хотя крыс, наверное, на них можно было натравить. Там наверху, кажется, это были ворота в деревню.
Да, были когда-то. Это приплыла. Это нам... Ты хотела сказать, поможет? Уходим скорее. Так, а подожди, а там с дядьки-то я собрал? Тут самосожжение дядьки было. Вот. Как-то можно, наверное, было крыс открыть, потом, когда их, наверное, надо вскрыть пращей. Наверх. Сначала крыс вскрываем пращей, а потом уже через этих работаем. Получилось. Смотри, там корабль. Ебать, они разноцветные. Пожалуйста, хоть бы она выжила. Поверить не могу, что графиня погибла. Говорят, граф так убит горем, что даже не посетит казнь. Арно вздернут на площади перед гаванью. Блин, я бы посмотрел, как Арно повесят. Да, я тоже. Он жив. Ему нужна помощь. У нас нет времени. Мы обязаны. Правда? Даже после того, что он сделал? Ладно. Вы заметили, цветов все больше и больше на голове. Освободим Арно и уберемся с этого острова. На голове цветов все больше и больше. Осторожно, здесь высоко. Да. Вот это да. Колокольня! Она падает! Да, колокольня, блядь, падает ваша колокольня. А здесь, помните, этот был? Соколист. Сокол. Не времени у них, как и у нас. В обрез. Ищите. Нужно отнять чадо у осквернительницы. Так точно. Пошел нахуй. Блядь, что-то могу спрыгнуть. Ну, уйдите, блядь, подскажу. Здесь могу спрыгнуть. Тоже высоко. Мы здесь мы шли, по-моему. Здесь же, по-моему, было это. По-моему, да. Или я путаю? А вот здесь мы шли, и по нам здесь стреляли. Стреляли соколом. Ну-ка. Не подходите, слышите? Так, он там крыс гоняет. Да. Нам барбалетных этих стволов. Этих стволов. Надеюсь, София жива. Хотелось бы повстречать кого-нибудь. Кто-нибудь тише. Приятного обеда. Так, вас бы куда-то надо убрать, товарищи. Я там тучка. Крысиная тучка. Идемте дальше. Прочь с дороги. Так, надо их убивать так, чтобы я мог потом с них стрелы снять. Так, хорошо, стрел бы мне бы еще. Подожди, а если мы... Ну-ка, чисто ради интереса. Показалось. Я бы хотел бы крысок бы это. Там что, зажженный, да, ходит? А, он, сучка, зажженный. Вот это зато не зажженный. Ему крышка! Так.
Давайте. В атаку, блядь. Ой, подожди, что я сделал? Не в атаку. В атаку, ребят. А. Блядь. Ну, жопа. Что поделаешь? А, он дальше за жопу пошел. Лезь. Мерзкое отродье. Блин, не получилось. Только кости оставили. Не получилось, ребят. Почему-то нельзя этих же призвать. Это они одноразовые. Они что-то какие-то одноразовые крысы. Хотя там еще есть коконы эти. Там еще есть. Ну да ладно. Что-то сюда куда-то. Так, а сюда что-то можно пройти? Я и не думал, что крысы способны на такое. Надеюсь, что они туда останутся, когда мы уплывем. Так, подожди, уплывешь. Будет зависеть 27. От Хьюга. Да, кстати говоря, уплывем отсюда или нет, это зависит от Хьюга. Есть новости из дворца? Пока нет. Наверное, граф занят похоронами супруги. Ужас. Эти крысы. От нее, наверное, ничего не осталось. Да. У нас своих погибших. И большинство из них вообще не похоронены. У тебя и светлые дни. И теперь прямо ахнуты. Так. Да это оно же все и сделало. Это осквернительница его заставила. Но граф разумит чада. Да-да-да, граф разумит чада. Еще бы теперь до этого дожить. Ой, блядь. А куда он сюда идет? Зачем он сюда идет? Не надо сюда ходить. Не надо. Мужчин. Надо быть. Мужчина, вы уверены? Мужчина, идите курить. Нормуль. Все хорошо. Здесь все хорошо. Здесь просто он прилег, устал. Тяжелые доспехи. Пизду. Я не хочу уже никого жалеть. Что-то по стелсу идти. Это не мое. Так. Интересно, что тут? Ну, арбалетная стрела. Это хорошо. Так. А мы откуда вообще шли? Нам туда точно. Можно было их, видимо, разманить. Хьюг, пожалуйста, останься с нами. Я здесь. Не покидай. Колокольня. Похоже, другого пути на ту сторону деревни нет. Еле держится, конечно, но... А другого варианта нет. Нет. Забирайся. Провалились. Да. Итак, где этот Арно? Так, нам надо, да, Арно спасти, я уже забыл, ребят. Нам нужно торопиться, они убьют его. Все нормально. Мы делаем все, что можем. Если они его казнят, я их всех убью. Всех, да. Не казнят. Мы плывем отсюда. Вместе с Софией. Всех убьет убиватель наш. Да, нам сюда. Полезай наверх. Хорошо. Стрел надо больше, ребят. Не зря же я прокачал. Так, что у нас там? Пойдем. 53. Можешь что-то прокачать? 65 надо. Для алхимии. Прачу можно прокачать. Осторожно, высоко. Ага. Так.
нычки-занычки. О, нож. Нож. Это хорошо. Так. Ресурсов что-то как-то много подсыпывают нам. Да, нам, правда, ничего особо не надо. Гляньте-ка на него! Какой он у нас теперь тут спокойный! Боже, давайте, нужно подобраться ближе. Так это тот самый Ярмо? По прозвищу Камень? Да, мы должны его спасти. Хоть он этого и не заслуживает. Да уж, ну и команду вы тут собрали. Давай, наверх. Да. Так. Хорошо. Так, как туда пройти? Подожди. Ну вообще здесь как бы можно было бы, да, пройти вот так вот раз и все. А как туда реально пройти? Там через дверь надо было, да, где-то, видимо. Нет. А что с ним? Да как такое возможно? Не знаю. Черт, эта девчонка настоящая фурия. Это да. Ну как тебе наше жерелье, Арно? Так это и есть камень. Ха, по виду похож больше на дерьмо. Здесь все того гляди и обрушится. Может, сами его без палача убьем? Я только за. Этот ублюдок убил моих друзей. Если будет нужно, я сам его встерну. Смерть убийцы! А ну заткнитесь, скоро он убьет. Так, присядь. Надо подобраться поближе. Как тут многолюдно. Да, готовься. Там рядом с ними есть горшки со смолой. Ну же, Амисия, сделай что-нибудь. Сейчас сделаю. А, так чё мы? Херра! Ты пришла меня убить? Заткнись! Мы пришли тебя освободить! Ох, ебать. Так, подождите. Нет! Держись за мной! Она справится, Хьюго. Блять, да, справилась нам. Ее убили, блять. Замолчите! Не слушай их, Хьюго! Мы с тобой, мы уплывем домой. Давай же! Так, подожди. Прикончи этих мерзавцев! У меня есть экстингвиз, я помогу! Хорошо! А я могу как-то это его? А, чпокнуть, подождите. Так. Вижу. Входим. Вот так. Он твой. Да какой нахуй мой, пускай сюда подходит. Не тем. Блять, сейчас убили, да, все. Нет, жив, 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 жив. Хорошо, хорошо, побежали, побежали. Живо, хорошо. Не то немножко, ребята, это. Перенервничал, знаете. А что надо сделать с ним? Да, я справлюсь. Подмога подоспела. Так. Получай. Твоя очередь. А ему похуй, да? Блять. А чё они не горят-то? Руки по себе, блядь, не горят, что ли, или чё? А я, по-твоему, чем занимаюсь? Не знаю! Я!
Блять, ёбаные битвы с этими боссами, блять. Да, блядь, давай раскручивай нахуй шароварню свою. Я слеплю его. Смотри, оба. Еще солдат. Спасению. Слепишь его, блядь? Да. Вот так. Покажи им, кто тут главный. Вот этого вас лепить. Отстаньте, или я убью вас! Берегись! Не надо! Хьюго, они до тебя не доберутся! Он ослеплен! Он не ослеплен. Так, подождите. Ой, блядь, так, смола. Блядь, он отбивает. Пиздюк. Ты его как-то ослепи, блядь, я не знаю. Он все отбивает нахуй. Так. Все. Наконец-то. А теперь сними уже эту чертову веревку. А, да. Сейчас. Так, болт, болт, сера. Так, одну мы, короче, стрелу проебали, да, где-то? Сейчас, подожди, насчет веревки, сейчас. Тут бочка была, я ее не заметил. Так, все стрелы-то я подобрал. Мне главное стрелы, на эти все мне насрать. Да ёб твою не мать! О нет! Хьюго, остановись! И мы убьем тебя быстро! Никогда! Давай, Хьюго! Чада, мы пришли тебя спасти! Врешь! Красава! Всех убил! Черт побери! Все, это конец! Мы это сделали, Хьюго. Да. Дыши глубже. Успокойся. Идем, освободим Арно. Да. Будьте любезны. Идем. Хьюго говорит, это его. София! Где же вы пропадали? Все на борт. Иди, отдохни. Стойте. А ваша мама? Она уже не вернется. Нужно отплывать. Быстрее. Ясно. Я все сделаю. Ты, идем. Больше не вернется. Я знаю. Я столько хотел ей сказать. Я тоже. Но она и так все знала. Ты был ее драгоценным даром. Она любила тебя таким, какой ты есть.
пройдет время, и раны заживут. А шрамы, они останутся, чтобы напоминать нам о тех, кого мы когда-то любили. Вот так вот, ребят. Глава 14 исцеления. Но это уже, ребят, в следующей серии, да. Вот такая у нас серия получилась. Даже с боссом. Исцеление. Навряд ли какое-то исцеление будет. Давайте посмотрим ролик. Я думал, мы не вернемся. Не все вернулись. Но ему скоро полегчает, как и всем нам. Да, как и всем. Поговорим. Хорошо. Свежий воздух. Да, давайте уже в следующей серии поговорим. Говорить с остальными, опять поговорим. И все. Увидимся уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.